Всем привет, друзья! Добро пожаловать на канал. Ну и как вы можете видеть по этому бардаку, что добрался я наконец до акустической полки. Начинаю делать акустическую полку. Я вам уже показывал колонки, которые собирался я ставить. Вот. И, собственно, вот уже потроха от этих колонок. Значит, вот у нас тут блок питания. Все, я разломал корпус, на видео я это не снимал, могу только фотографию вставить, показать. Ну, также, кто смотрел по сборке корпуса, тот видел, что я часть корпуса колонок как бы интегрировал в автомат. Вот, и, собственно, все будет, все эти динамики, все будет ставиться на свои как бы штатные места, но уже в аркадном автомате. Что мне нужно сделать? Значит, мне надо вот здесь вот перепаять, сделать выключатель. Далее. Вот с этими динамиками тоже обстоит небольшая как бы беда. Видите, да, в каком они состоянии. Ну, вот тут вот я вроде выровнял, но все равно, блин, смотрится это убого вообще. Мне очень это не нравится, как они выглядят. Вот, пищалки еще как бы здесь нормальные. Плату я тоже говорю, что у меня были проблемы. Перегорела вот эта вот микросхема TDA-2030, по-моему, называется, точно не помню. Вот, она перегорела, ее заменил. Вот, единственное, что я сейчас раскручу, еще сниму радиатор, почищу и новые термопасты нанесу, чтобы лучше отводилось тепло. Вот, и все это будем, собственно, вставлять, собирать до кучи. А, ну вот еще здесь у нас это вот индикатор включения. Ну, это все, в принципе, подключается на фишке. Кабель уже идет вот сам, 3,5 джек. То есть, ну, как бы все надо просто собрать до кучи. И динамики. По поводу динамиков я их, скорее всего, заменю. У меня есть колонки дома. Там стоит точно такие же, прям один в один динамики. Единственное, что они только черного цвета полностью. У меня стоит колонки. Не колонки, а система 5.1 акустическая. К телевизору подключена. И вот как раз на задних тыловых колонках стоят именно вот такие вот динамики. И эти динамики полностью рабочие. Единственное, что у них не очень, как бы видите, да, такой вот нетоварный вид. Я заменю их на те, которые у меня стоят в колонках. Они все равно под акустической тканью находится, поэтому, в принципе, видеть этого никто не будет. Ну, а в автомате будут стоять нормальные, собственно, динамики. Вот, пошел собирать, паять и покажу конечный результат. Если какие-то еще идеи или что-то, какие-то проблемы возникнут, трудности, я обязательно запишу и покажу. Вуаля! Закончил я, собственно, акустическую полку. Вот так вот все это выглядит. Вот так вот это выглядит снизу. Вот, можете посмотреть. Ну, начнем по порядку. Значит, питание идет вот отсюда вот. Собственно, с питания аркадного автомата идет кабель. Ну, там сзади я его потом приделаю, пока просто висит. Идет на блок питания, который я прикрутил на стенке. От него идет уже питание на вот этот вот выключатель. Этот выключатель был в колонке, в активной, еще когда все это барахло было колонкой. Вот, я его, собственно, оттуда выпаял и сюда вот так вот, как можете видеть, приделал. Вот так, как бы на всякий случай, залил все с этим горячим клеем. Чтобы, не дай бог, тут рукой нечаянно, все-таки здесь 220, чтобы рукой не задеть. Далее, ну и отсюда уже идет питание на саму плату. Ой, точнее, наоборот, этот на разрыв идет обратно, идет в блок питания. От блок питания уже идет 12 вольт или 9, я уж точно не помню, на плату. Установил плату, собственно, в штатное место. Если кто помнит, да, я вставлял вот эту часть, это часть от колонки, которую я вставил вот сюда вот в саму акустическую полку. Ну и вот так вот снизу все вот это вот выглядит. Все тумблеры, все работает, все выключается.
этот светодиод, все громкость, тембр, ой, бас, тембр, все работает. Ну и, собственно, дальше, что, прикрутил колонки, динамики, точнее, низкочастотные, высокочастотные, ну и, собственно, второй канал. Также здесь провода заменил на более такие мощные акустические, в хозяйственном магазине купил, в строительном. Вот, все перепаял, прикрутил, провода, чтобы не болтались, также вот на горячий клей залил. Ну и, собственно, сейчас присяду и увидите конечный результат. Вот как все это вот выглядит. Как я уже говорил, я менял динамики. Вот они, собственно, новые динамики, помененные. Пищалки остались старые, какие были. То есть оба динамики поменял, а те, которые стояли здесь, поставил в колонки, которые, в принципе, там не видно будет. Они тыловые от системы 5.1, которая у меня к телевизору подключена, и они закрываются акустической тканью, поэтому там вот эти вот мятые места, они не видны. Далее еще было сделано, кнопки вот эти вот были сделаны. Это кнопка включения и кнопка резет. Эти кнопочки — это 24-миллиметровые кнопки из набора аркадных кнопок. Как-то вот мне пришло такое вот... такая идея, и решил ее реализовать. Ну вот, собственно, вот так вот. Так, сейчас опять же на кнопочке отлучусь, покажу. Вот так вот было припаяно от штатных проводов. Вот эти вот коннекторы были припаяны вот к таким вот проводам. И, собственно, вот они такие вот длинные идут. И здесь вот это у нас будет идти на, ну, судя по буковки P, это power, это питание будет. И второй провод, это будет на reset. То есть это будет вставляться в материнскую плату, и компьютер будет вот с этих кнопок включаться и перезагружаться. Не знаю, зачем сделал кнопку перезагрузки. В принципе, все знают, что она не так часто пользуется. Ну, решил я так сделать. Ну что, давайте послушаем, собственно, как все это дело звучит. Так, включаем. Так, там у нас все включено. Включаем кнопочку питания. Все, питание заработало. Включаем здесь. Загорелся индикатор. Все, колоночки работают. И включаем музыку. Громко делать не буду, просто там демонстрации, чтобы можно было понять. Не знаю, насколько камера передает звук, но скажу так, что для аркадного кабинета, я думаю, что очень-очень хороший звук, очень мне нравится. Можно даже его использовать как музыкальный автомат периодически. Вот, слушать на нем музыку. Также думаю, что когда здесь будет стоять стекло с подсветкой, будет закрыто, воздух не будет выходить, и будет как-то, ну, не знаю, больше баса, наверное, что ли. То есть сейчас достаточно хорошо играет, но думаю, что будет еще лучше. Вот, ну, собственно, вот что, идет также дисплей джек, который будет идти уже сзади в материнскую плату. Вот так вот, друзья, если вам понравилось, то поставьте большой палец вверх. Если вам вы что-то подчеркнули, какую-то идею отсюда, для своего аркадного автомата, то, пожалуйста, используйте, воплощайте свои мысли. Вот, ну и делитесь какими-то комментариями, соображениями, может, какие-то пожелания, советы будут. Вот. Всем спасибо, удачи, до следующего видео. Следующее видео, наверное, будет, буду крепить уже монитор, и, собственно, там уже будет соответствующий видос про монитор. Ну ладно, всем спасибо, удачи, до новых видео, пока-пока.